Не может быть! Все должно было закончиться совсем не так! Я же чемпион! Да я как бы... Ты понимаешь, я... Ничего себе! О, чемпион без лапы, таких чемпионов. Хотя у орков все бывает, у них протезирование на высоком уровне, там всякие металлические хреновины вставить могли, да? Вот так вот. Аве, вы смотрите Perpetus Play. Меня зовут Саша, а это Средиземье, Тени Мордора. Мы продолжаем двигаться по сюжетной кампании, собственно... Где же следующее задание? А я его не вижу что-то. Точка быстрого перемещения? А где оно? О, оно здесь. Ясно, значит, там наши дела закончились. Враги собрались на арене, и король-чародей бросил вызов выходцу из могилы. Ну, давай попробуем быстрое перемещение. Вы действительно хотите переместиться? Да, действительно хотим. Закончились там дела, но мы туда еще по-любому вернемся и заберем там все эти прибамбасы. Там, скорее всего, еще, конечно же, будут задания, наверное, и по основной линии тоже. А если нет, то мы туда сами ломанемся. Сейчас же цель добиться того уровня Талиона, когда он сможет, собственно, брать под контроль орков, орчиков наших. Да. И потом уже можно будет спокойно кого-то резать, кого-то не резать. Скорее всего... В большинстве случаев резать, естественно. Это жорки. Жорки. О, этот наш ободранный плащик. Местонахождение есть, чтобы допросить. Первя о слабостях капитана. Допросим. Так а в смысле? Мы переместились просто в эту область, да? Ладно, ладно, ладно. Хорошо. Забираем это здание и давай сюда. Бегать тут эти километры, нарезать, я не вижу смысла вообще. Тем более, когда он так быстро перемещается. Так, направляйтесь к стартовой точке задания. Ну, направляемся. The Uruks have sent a messenger. We cannot trust the mouths of Sauron. Ага, я тебя понял. Поползли, Талион, давай, на самый верх, оттуда как сиганем, как всегда. Может, они на самый верх. Хоп! Ульбит такой, да? Давай! Вот бывает у него такое, что он прыгает не туда, куда надо. Ребят, вам помочь, да? А я не смогу, только через бойницу, да? А сосредоточение у нас так быстро заканчивается, просто кошмар. Ладно, не будем тогда выпендриваться. Давай, начинаем задание. Темпе вальса. Понеслась. Вот это уже, может быть, первый такой прям вот серьезный враг, с которым придется повозиться. Не просто там раз помереть. Войско орков разрослось настолько, что просто им не счесть числа. Понятно. Бомбы есть? Твоего отца никто не видел после той битвы. Я отправил людей на поиски. Вот это плохо, вот это плохо. Дрель, твоего папашку грохнули. А кто же скажет, где палантир-то? Ну привет, оборванец. Одержимый, что ли? Что за новая напасть? Сам король-чародей явился на переговоры. Вот это? А, он типа в него вселился. Ну давай поговорим. Отцовский клинок. Моим будет? Ваш генерал у моих орков. Пусть следопыт из черных врат плюнет мне на лысину. Примет смерть от моего воина. Ну давай попробуем, чё. И тогда я верну вам вашего предводителя. Я как бы не согласен на смерть. Так чисто подраться, да? Откажетесь, познайте боль и смерть. Боль давай познаем, смерть не будем. Я пришел за тобой, Талион из Гондора. Давай попробуем. А я думал, это чемпион, а это нет, это была так, оболочка. Ты хочешь принимать, что у рука милосердия, что мой отец, возможно... Не слушай их, нельзя, что они... У руки охочи до зрелищ.
Устроим им арену. Если отвлечь их внимание, мы сможем пробраться в их лагерь и разыскать отца. Могу я попросить тебя об этом? Да, конечно. Для тебя, Дрель, все что угодно. Я устрою для них незабываемое представление. Сколько раз нам надо будет сдохнуть? Только не убей его раньше времени, да? Ты ему это скажи, хорошо? А то я как бы еще не знаю, что это за пацан такой там. Вот этот вот, бронированный, в углу экрана, нет? А, вот этот. А с вот этими я не люблю, потому что я с ними еще не особо умею глушить ни хрена. Не приноровился еще он на Эмме. Похоже, они верят в успех своего чемпиона, и надо сказать, размеры в их пользу. А он не орк. Не поспоришь, но мы превосходим его численно. Они рады тебе, рады твоей крови. Блин, я X не нажал, ну да похер. Значит, будем без понтового мочить. Опаньки, глушканули. По-моему, у него стрелять неплохо было бы. Хотя он бронированный с виду. А я не понял, одолеть победителя или что? Я просто на секунду вспомнил, что нас попросили не убивать его слишком быстро. А мы тут, понимаешь, раздухарились. Опаньки! Шутка, шутка. Ну да. Чуть не попал. Чуть не попал. Что-то я неправильно выбираю момент, да? Ну да, конечно. О, теперь попал. Короче, продолжим вот тупо рубить. Я даже не знаю, делать ему фаталити, нет. Ну давай сделаем разок. Аппендицит вырезал или что? Ну да, конечно, обязательно ты. Не заставишь кровоточить. Нет, а я зря боялся. Он какой-то слабенький оказался. Может, еще один аппендицит ему вырезать? Это же орки, хрен их знает. Может, их два у них? Опаньки, конечно. Одумался ты. Угу. Так, еще один удар. И будет вырезаться аппендицит. Хоп, спокойно. Давай. Как так? Почему я не могу рубануть-то, а? Ну, вот. Я уже думал, не могу, он сдох раньше. Не может быть! Все должно было закончиться совсем не так. Я же чемпион. Да я как бы, ты понимаешь, я... Ничего себе! О, чемпион без лапы, таких чемпионов. Хотя у орка все бывает, у них протезирование на высоком уровне. Там всякие металлические хреновины ему вставить могли, да? Ну заметно, что 8 уровня, да? Ну заметно. Лобак. Слишком хорошо сражался? Мне для них танцевать? Подожди, я хочу посмотреть, что это за клинок. Братва, дайте посмотреть, что за клинок, а? Не даю. 7 уровня, 215. И по сути он ничем не отличается от моего. А может там какой-то хитрый, еще и улучшенный, типа. Ладно, пускай тогда он будет. Так, Барт, давай-ка посмотрим, что тут. Зачем тут столько стрел, кстати? Провоцировать толпу. Провоцируй. Я пришел на эту арену, чтобы сразиться с лучшим воином Саурона. Сейчас договорится. Талион, сука, блин, не начинай. Тебя же выставят лучшего. Это же был так, разогрев. Я жду. Ох, да трындится. А, ну вот. Да трындился, Талион. Да трындился. Давай-ка. Проверочку. Поединки это хорошо, но ты отравляешь меня. Отрываешь меня от осады, а я ведь только-только вошел во вкус. Не терпится снова заняться делом, но не надейся, что я дарую тебе быструю смерть. Я опять нажал на X, но... Очевидно, что его хорошо пробирает стрела в морду хлебальника. Он хоть и огненный, но это же ни о чем не говорит. Главное не взять не вовремя эти самые стрелы. Я и без сосредоточения ему могу засандалить прям в череп. Хоп, хоп. Сука. Ну, сука. Ну, один удар, блин. Дал ему нанести, и он вот это вот не так больно сделал. Козлина. Тупорылая.
Так, ладно. На тебя. Что, ему не нравится подыхать или что? Это у них, по-моему, у орков общее для всех. А вот мне не нравится подставляться. Как он рубит-то неплохо их, а? Где твоя лысина-то, а? А у меня закончились стрелы, я этого не заметил, да? Слабак. Но наш дополнительный шанс закончился, а это очень плохо. Бери талион. Стрелы, наверное, нет, не хочешь? А, взял. Они тут бесконечные. Хорошо. Ну, тогда не будем выпендриваться сильно и пристрелим этого оленя. Застрелен в голову. А что тут поделаешь? Что, ребят, ну вы чё? Ну, это как бы вообще не гуд. А если меня сейчас эти слабаки завалят, это же будет вообще... У нас тут отличная осада проходит. И я намереваюсь поскорее к ней вернуться. Меня ждут убийства и грабежи. Я не допущу, чтобы ты мне помешал, да? Ну, конечно. Вкусные для зверей. А где ему тут найду зверей? Что за, блин, вот эти вот заявки? Ресторан, блин, здесь, что ли? О, а здесь эта хрень. А я ее смогу потом взять или нет? Блин, надо сейчас. Вот, сука, вкусный, а. Ладно, ладно. Согласен, я начинаю реально беситься от того, что мы не можем быстро собирать эти все прибамбасы. Да. Надо будет развить навык. Надо будет. Начать заново. Что, всех заново рубить или только последних двух? Наверное, последних двух. А я говорил-то Алену, что он дотрындится. Вот. Вот вам результат. Вот серьезно. Да, трынделся и все. Я-то что, виноват, что ли? Тотали он такой. Подожди. Мы одного убили все-таки? Убили. Видимо. Ясно. Оно и не мудрено. Ага, сейчас я тебе поддался уже. Обязательно. Ты давай там не руби. Сильно. Надо не выпускать его из поля А это было больно. Это было, сука, больно. И он мощу нам, по-моему, сбивает вот этим своим приколом. Ага, сейчас. Отвали, пожалуйста. Так, мне нужно жизнь восстанавливать. Надо попробовать ему лупенить. Да Сука. Хорош, хорош, молодец. Так, Талион. Во, вовремя он подошел. Что он там, боится казни? Хорошо. Сейчас мы его казним тогда еще разок. Раз он боится этого. Ребят, все по очереди, пожалуйста. Молодцы. Сука. Вали. Угу. Скоро наберется. Да скоро, не сейчас. А нет, сейчас. Молодец, он вовремя подходит. Молодец просто. Толь пострелять, ребят, или не надо? В принципе, можем и так набрать, я думаю. Но, раз он к обстрелу не уязвим, то... Есть ребята, которые уязвимы очень даже к обстрелу. И к отстрелу так тем более. Так, на. Давай его коси. Отлично. В смысле, ему не хватило? Кто там такой мощный сзади меня влупенил, а? Сука! Да он сдохнет или нет? В конце-то концов. Сколько ему надо было? И казни провел. Все убит. Сука, а все из-за того, что... Заклятый враг. Вряд ли бой получится зрелищным. Судя по виду этого слизняка, я с ним быстро разделаюсь. Тебе никто не говорил, что ты страшный? Уязвим для скрытности? Ну да, конечно. Великолепно. Я тут очень скрытно смогу его убить. Интересно, если я не возьму во время этого боя вот этот вот желтый мечик, он пропадет потом? И другой вопрос даже. Смогу я попасть на эту арену? Потом. Или это закрыто какая-то? Сколько раз мы сражались? Я уже сбился со счета. Незаконченное дело, паршивая штука. Пора его закончить раз и навсегда, прямо сейчас. Я не понял, сколько-то мы раз с ним сражались. Я его не помню. Я понял это. Я уже второй раз о нем что-то узнал. Сука!
Понял? Сейчас тебе почечный нокаут сделаю. Как-то неуязвим. Как он неуязвим? У него башка лысая. Вообще без ничего. Ну да, конечно. Пробел он там свой. Кто-то там делает с ним. Так, ладно. Ага. А что он хотел-то? А, даже так, хорошо. Это было лихо, на самом-то деле. Угу. А что это я не смог его казнить, а? Телохранитель был. Я ничего не знаю, это был его телохранитель. Ага, молодец. Ну что, мы сейчас быстро набьем еще одну казнь. Ага. Так, главное, чтобы телохранителей больше не было. А их и не было. Но ему не хватило, ладно. Угу. Потанцуем. Подлюка такая. Допустим, допустим. Получил по жопе Неталион немножко. Ага. Молодец, молодец. Давайте мне больше орков, потому что мне нужно казни, они же нам жизнь восстанавливают-то, собственно. Только поэтому я их делаю, на самом-то деле, сейчас. Угу. Так, так. Ну? И опять ему не хватило. И опять ему, сука. О, придурок, блокировщик. Да пошли вы все. Давайте, наверное, мне побольше... этого самого. Ну да. Надо бы стрелы взять, да? Неплохо было бы. Отлично. Ага, сейчас. Ты понимаешь, без казни с тобой неудобно сражаться, поэтому подожди своей очереди. У нас есть кого зарезать тут без тебя. Угу. Вот и второй телохранитель. Ну ладно, мы хоть жизнь немножко восстановили на нем. Хотя я сколько восстанавливаю жизни, столько и потрачу ее, пока буду набивать эту казнь. Угу. Главное все следить за ребятами, за нашими. Сколько у них его здесь телохранителей вообще будет, а? Может, этого оленя просто так зарубить? Угу. На. Сумка. Еще и сбил немножко мощи-то нашей. Это я не доследил за Талионом. За его спиной-то. Угу. Давай ему вмажь. Вот, наконец-то. Вырезаем аппендицит нахрен. И это я должен был убить тебя. Заканчивай, Тарк. Заканчивай, что? На. Сердце, на. А вынул из живота. Расчлененка это всегда по части Талиона была. Добиваем свиней. Нет, нет, ну дайте же мне взять мечик. Ну он же желтый, ну как так? Хватит плеваться, Талион, ты некультурный. Я выпил свою часть уговора. Выполнил, выпил. А ваш чемпион выполнил свою. Ну и надрали мне один раз жопу, ну что. За сражение с этим презренным врагом темный властелин обещал пощаду. Взгляните же на светлого властелина. От меня пощады не жди. Ничего себе. Талион, ты им готику устроил? Возвращайтесь своему хозяину. Передайте ему. А я иду за ним. Неплохо так идет. Я вообще-то вот этих вот... много о нем не знаю, как казалось. Он от меня что-то скрывает. Очень здорово. А можно мне вернуться за этим самым заметчиком? Да, мы получили очко и навыка в том числе. А можно как-то вернуться? All that matters is the Palantir. It cannot fall into the Witch King's hands. Да. Где тут вход-то? А, вот.
Да, там вроде что-то есть. Давай перепрыгивай, Талин. Вот, тут и броня, и это самое. А что ты достал мечик? Тут всего лишь карагоры. А на самом деле я зря выпендривался, тут они были. В смысле? Новый враг — щитоносцы? Щитоносцы отражают любые атаки, поэтому их нужно атаковать сзади. Нифига себе, как они подкрались к нам незаметно. А можно их атаковать немножко в это, в спину? Чуть своего не пальнул. Такое бывает. Война все-таки. Нет, нет, ребята. Кстати, давайте сначала заценим, что там у нас такое. А потом уже разберемся. Так, здесь что-то такое. 327. Это мне больше нравится с видом. Честно. Тем более, это такая же, как у нас одна была. А, и можем улучшить эту. Давай. Шанс поджечь врага при критическом ударе. Вот. И 331 стало сразу. Автоматически. Круто. Хорошо. Окей. Это дело мы тоже можем улучшить, да? Нет, мы нашли новый просто. Жаль. Испытание не пройдено. А что там за испытание такое на него? Комплекс снаряжения. Завербован. А, да-да-да-да-да. Помню. Не, подожди, это же не все. Жмечик вот. 9 уровень. О, 40. Похож на наш. Казни врагов. Восстановление здоровья при казни 23. Ну, как бы фигня, но ладно, пускай будет. Надо теперь казнить еще. Спокойно, мне нужно казнить хоть кого-то. Из вас, ребят. Было бы на самом деле неплохо. Так, мы близки к казни. Если только не собьют. Ну давай же. Отлично. Первый пошел. А что они тут вдруг появились-то, а? Собственно. Я имею в виду враги, в принципе. Кто перепуга, а? Выше ворот. А у него стрелы медленно летят. Так или иначе. Все, отстрелили. Надо забрать стрел немножко. Посмотреть, что там у нас происходит. Перебили всех, да? Почти всех. Ребят, что вы вытворяете, блин? Я не понимаю, что они бить их не могут, что ли? Более этого, копеечного. Хорошо, спокойно. Ну, там того уже зарубят, я не знаю. Пора линять отсюда. Наверное, мы еще не такую короткую сделаем эту серию, наверное. И посмотрим, что тут у нас с рассветом с этим. Просто продвинемся чуть-чуть больше по сюжету. Давай сюда. Отсюда быстрее. Вот. Тем более, что мы особо-то ничего не сделали. Просто повоевали на этом самом. Арене. Ой, не туда. Хотя, может, туда. Да. Побежали. А сможешь ты хитро? Не сможешь. Ну, ладно, какая разница. Там вниз. Что тут вверх. Ага. Вот как он тут запрыгивает, я просто... Ну, светлый властелин. Властелином. Осторожно, ребят, я тут бегу. Понимаете, у меня тут, как всегда, кризис. Давай ускоряйся уже, Талин. В конце концов. Привет. А, это не ты. Обознался. Что там? Воины короля-чародея схватили генерала Кастамира. Помогите Идриль спасти ее отца. Да мы поможем-то с удовольствием, но просто как бы... Я думал, она уже спасла. Мы отвлекали их. Для какого тогда, извините, блин, мы их отвлекали, развлекали. Отца держит в лагере. Но мы не смогли к нему добраться, нас заметили. Баронор предлагает дождаться рассвета, атаковать их небольшим отрядом. Но ты хочешь отправляться сюда прямо сейчас, в одиночку.
Давай вдвоем тогда пойдем. Это самоубийство. Я согласен на любое самоубийство. К рассвету отец будет уже мертв. Тем более, что я не убиваю его. Я не говорю, что тебе... О, вот так вот. Я думал, мы присвоим его. Держи твоим будет. Я говорю, не надо идти одной. Практически Гладиус. Чуть-чуть короче. Эпично будет, да? Или опять скрытность это конченая? Уруки, которых мы взяли в плен прошлой зимой, рассказывали про владыку там. Наполовину человек, наполовину призрак, демон. Да, это все про меня. Что ты смотришь? Ну, демон. И ты в это веришь? Я верю в то, что такой союзник нам бы очень пригодился, потому что мы такие непобедимые, и нам нужен непобедимый союзник. Проникнуть в лагерь. Мы с Баронором подслушали уроков. Молодцы. О, подожди, у меня тут это как бы внеплановое дело. Ты не поверишь, но тут артефакт. И топор. Но топор мы брать не будем. Не, мы не покидаем. Мы ничего не покидаем. Мы просто взяли артефакт. Gondor has faced the Witch King before. О, монета. And he's had a vendetta against Minas Ithil. Деревянная. This coin. Понятно. Рубль. Так, 11 здесь найден. Пропавший артефакт. Twice, because he did not finish the task the first time. Проникнуть в лагерь орков. Здесь можно даже не выпендриваться, да? Сильно. Сука, где ты была? И почему ты не пришла, я не пойму. Мы должны были тихо их зарезать. Я одного, ты второго. Смотри, сейчас мы будем репетировать. Спасти пленных солдат. Конечно, мы спасем. Да-да-да. Ты убивай этого, а я убью вот этого. Да-да-да, Грейнджер. Фига себе, он даже не ожидал этого. Серьезно. Все, взрезали. Теперь ты. Это я его убиваю. Отвали дрель, сейчас же получишь. Соплям. Кстати, а у нас навык есть один. Ну сейчас, подожди. Ты его спасешь или я? Давай ты, хорошо. Ладно, мы пока навык тут накрутим. Давайте пробиваться вот к этому делу, да? А то в прошлый раз из-за этого нас убили. В конце концов. Окей, так, это на каком уровне тут? Или тут так это не работает? Типа на любом уровне можно взять. Но я не вижу, поэтому, наверное, на любом. Окей, побежали дальше. Одного спасли. Ой, извини, Талион. Я и забыл совсем. Ты у нас горюч. Так, ты убиваешь этого? А я убиваю вот этого. Отлично. А ты его убивал? Я ей сказал, чтобы она его убила. А она вот эта вот херня. Волшебный пинок был, да? Не, не надо, не надо. Подожди, как там было освободить его? Контру. Давай. Чё ты там резал, Талион? Ты не там резал. Да нет, все спокойно. Сейчас мы все сделаем тихо. Так, окей. Значит так, ты идешь убивать этого, а я быстренько вот этого. Без шума, без пыли, без соплей, без лысых орков. Так, давай, освобождай его. Ты могла бы того освободить. Ой, мордой в пыль упал. Ой, это я промазал. Все, я уже освобождаю его. Что такое? Дрель, у тебя что-то с головой. Поднимут тревогу, да? А может и нет. Ладно, ладно, ладно. Ну а эти... Ребята. Могла бы и освободить, пока мы там... Ладно. Я с этим разберусь. Тем более мне нужно казнь выполнять, кстати. Я совсем забыл про это. Фига себе, порвало. Талион, Талион, ты чё это? Талион, у тебя проблемы. Несанкционированно залез наверх. Я там ничего сделать даже не мог. Просто
Я был бессилен. Ладно, это уже шестой и еще парочка. Дрель тут с кем-то сражается, да? А я не люблю, когда по мне стреляют, ты знаешь это? А когда в живот бьют, так вообще терпеть не могу. Все, ребят, я иду спасать вас. Да, ты первый будешь. Промазал топором своим. Дрель, а ты его завалишь? Дадим ей шанс. Да, завалила, молодец. Все, спасли. Побейте оставшихся охранников лагеря. Да, идите в Миноситель, а мы тут папашку будем спасать. Да? Хорошо. Опять чуть не подгорел. Ну ладно. А тут их не так и много осталось после нашего нашествия-то, да? И там еще какие-то есть эти сведения. А, вы же те, кто наверху только, да? Почти. Дрель, убей его, а. Я пока тут сведения соберу. Че это вдруг? Талион, ты меня пугаешь. У него болезнь. Катастрофическое лазанье. Ты какой рогатенький, а? Фатально вкусный. Хорошо. Критически фатально вкусный. Дрель, а как насчет вот того убить, нет? Я... О, все, давай. Не знаю, как, но ты это сделаешь. Поползешь, что ли? Да, ползла. Давайте понаблюдаем. А, тут лестница есть. Ну ты умная, блин, а без лестницы? Да я слышал, слышал. Попробуй пострелять в меня. Дрель, у тебя все в порядке с психикой? По-моему, не очень. Как это так? Залезла и... Ну, заметил он нас. Это что? Это что-то меняет, что ли? Я не пойму. Как, сука, как? Залезла и тупо начала спускаться вниз. Сейчас спасем. Никуда ты не идешь. Отец? Спокойно, спокойно. О, не зря ты генерал, да? Все-таки. Хотя как его похитить смогли? Привет. На Рассела Кроу похож. Отчасти. Зря ты сюда пришла. Я пришла за тобой. Я не хотел, чтобы все так получилось. С тобой, со всеми нами. Порой жизнь не оставляет выбора. Но надо бороться до конца. Да. Нет, он теперь твой. Ты вся в мать. Идем. Скоро прибудет подмога. А где Талион? А, вот он. Талион все это время тупо стоял в стороне. Там нужно добраться до города. Да, хорошо. Сейчас чувствую, генерала мы потеряем, потому что он торопыга. Генерал торопыжничает у нас, понимаешь. Так, ты убивай этого, а я пристрелю того. И он тебя не увидит. И вот этого тоже я пристрелю. Молодец. Командная работа. Где тут стрелы? Вот они. Командная работа сюда хорошо. Жаль, сосредоточение не пополняется, когда мы берем стрелы. Ты этого убивай, а ты вот этого. Я говорю, иди убивай. Да мне что ли одному? За вас тут 20. Да-да-да. Этот уже заметил, мы его порежем. Тихо-тихо-тихо. Ну не лезь. Ну не лезь, дрель. Ну сейчас же получишь по соплям. Дает. Добраться до города. Ты ничего не видел? Странно. Операция. А нас он не заметил. Новая задача. Залезть на бревна. Так, ты убиваешь этого... Нет, а... Ладно, я двоим сказал убивать одного. Поэтому придется этому сдохнуть от руки Талиона. Хорошо, молодцы. Тот уже испугался, да? Нет! Ничего не понял. Так, ребят. Убери меч. А он не умер, да? И этот не умер. Ничего страшного. Спокойно, спокойно. Толстячок, ты чё? Хорош, все. Мы немножко постреляли. Кстати, а мне неплохо бы это...
казнить еще одного, да? Наверное. А больше уже никого не осталось. Я третьего не казнил, да ведь? Пусть только покажет твою... тут свою рожу. Кто это трындел там? Баранорыч, привет. Чё ты такой психованный? Мы уже идем. Генерал вернулся. Открыть ворота. А что, по стене генерал не ползает? А там ли он ползает очень даже? А он генералиссимус просто. Генерал, видящий камень, с его помощью я мог бы... Не нужно трогать палантир. Я так и знал, что он не отдаст его. Скоро прибудут армии Гондора. Да, конечно. Держи карман шире. Ты жива. Это хорошо. Идем. Идем. Он покажет ему губозакаточный... Губозакаточную машину, если станок. Никто не явится, да? Да. Can you really use the stone to... Ты правда можешь победить их с помощью палантира? Yes. Да. С помощью палантира могу победить кого хочешь. Тогда я выведаю его секрет, да? Его местонахождение, что-то такое. Хорошо, мы еще одно получили очко опыта, да? Давайте его сразу применим. Да, мы вернемся к Шилу. Она, видимо, нам его расскажет. Так, ледяной штамм, кстати, это что такое? А, эльфийский свет. Заморозьте врага, нажмите Е, затем обрушьте на него град ударов, многократно нажимая левую кнопку. Вот это вот не люблю, эти премудрости, если честно. Ну ладно, будем учиться, хорошо. Нас, в принципе, два уровня отделяет от... Вот этого навыка. Так. Одну казнь еще не сделать. А потом уже будет улучшение. Нормально. Палантир тут, война тут. Мы должны ослабить хватку Саурона. Ослабим хватку Саурона, но это уже будет в следующей серии. А в этой мы спасли папашку. Две миссии, направленные на одну задачу. А где тут следующее задание-то, собственно? Опять там? Нет, здесь. Ясно. Так, надо будет, наверное, в следующий раз я вот эту вот фигню очищу и, может быть, даже что-то подсоберу. Хотя нет, собирать уже будем под запись, а вот очищать, я думаю, под запись смысла нет. Хидеры. Ну, как очищать? Тупо искать эти фиговины. Вот. Тоже Талион, как всегда, молодец. Бронька мне его реально нравится. Крутая. Она не стала более навороченной или мне просто кажется? Может, даже стало, мы же ее улучшили как-то. Такое. Что ж, на этом на сегодня все. Всем большое спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, на паблик, ставьте лайки, пишите комментарии и... Ба-бай!